Мужчина, обвиняемый в краже, сбежал из изолятора временного содержания в Сарыагашском районе. 11 июня задержанный по обвинению в краже совершил дерзкий побег из изолятора. Сейчас его ищут. Объявлен план перехват. На поиски сбежавшего мужчины задействован весь личный состав ДП Туркестанской области. Объявлен план перехват. На въезде и выезде из города Сарыагаш и области выставлены посты. Кроме того, ориентированы приграничные ДП города Шымкента, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей, а также лот на транспорте и пограничная служба КНБ. Полицейскими продолжаются поисковые мероприятия с целью установления и задержания мужчины.